Всем здравия, добрым, недобрым, хорошим, плохим, осознанным, неосознанным. Всем людям планеты Земля, так или иначе заблуждающимся в своих утверждениях в огромном большинстве. На канале Шаг в сообществе было размещено сообщение, там можно было задать вопросы. Вот наконец-то я нашел время, чтобы на них ответить. Попробую коротко, но отвечу всем, абсолютно всем. Меня несколько утомляет людей, как бы теме, так скажем, всех знаек и пытающихся что-либо оспаривать. Я уже неоднократно говорил, за 2 года уже все сказано шаманом, мной, Виктором Алексеевичем Егоровым. Ролики о прошлогоднем походе основной своей массы находятся на канале Виктора Егоров. Смотрите, слушайте, там все есть. И уже о нынешней ситуации в стране и о будущем. Ну, первый вопрос. Триша, Аиша, вопросов нет. Есть огромное уважение, поддержка из Беларуси. Вы делаете все правильно, не только для вашего рода, не только для России. Огромное уважение белорусам, братский народ. Изможденный тоже. Без права своего, так скажем, выбора, клановости, все как везде. Где-то это более-менее имеет человеческий, как кажется, гражданам облик, где-то бесчеловечный, как у нас в России. За другие страны, уже, так скажем, независимые, я говорить не буду, я говорю только о том, что знаю. За границей я давно нигде не был. Уважение всем братьям славянам, не славянам, всем людям планеты Земля, понимающим, что происходит сейчас у нас. Наливай и пей. Андрей, здравия, я Татьяна Супрун с Украины, всем сердцем с вами. Чем можно помочь шаману, кроме того, что мы мысленно с ним и ему помогаем энергетически. Мира вам всем, добра. Я Русич. Ну, не я Русич, а я Руса. Так называли женщин на Руси. Ну, а женщин русов называли русалками. Здравия вам. Благодарю за поддержку. Моральная поддержка имеет колоссальную помощь. Светлана Левина, как уберечься от вышек, их только больше становится. Понимаете, Светлана, что любая проблема, созданная этой системой, абсолютно любая, любой кризис, вышки, экология, все зависит непосредственно от теми, кто управляет государством, в конечном счете, миром. Это одна проблема вытекает из другой. Проблемы питания, чем нас кормят, проблемы тех самых вышек. Я не вижу большой угрозы от вышек. Любой мало-мало понимающий в том, как можно с помощью этих вышек что-то сделать с человечеством. Те вышки должны стоять не менее 300 метров друг от друга и потребуют колоссальной энергии, чтобы их там включить и как-то чего-то воздействовать, если вы об этом. Это очередное уловки
опять же, система отвлечения внимания на какую-то проблему не столь важной, которая является сейчас. Анатолий Бондаренко. Должно ли сегодня добро быть с кулаками? Почему именно сегодня, мне не совсем понятно. Добро всегда должно быть с кулаками, смотря что вы под этим подразумеваете. Шаман сказал, не нападай. У сварога всегда меч при себе и опущен острием вниз. То есть у кого-то, если даже возникнет желание какое-либо, то есть меч есть, но он опущен к земле только для обороны. Не нападай. Не будет обороны, не будет убийства вольного или невольного. Ольга Попова. Андрей, добрый день. Какие ваши планы после похода? Как вы понимаете народовластие действия? Сейчас идет подмена понятий во всем. В том же самом народовластие. Одна из партий уже прямо поставила знак на равно между своей партией и народовластие. Народовластие – это сознание. Живите по совести, как сказал Алексей Федоров из Дмитриевки. Жить по совести. Даже жить по совести в данной ситуации, ну, не подходит. Подмена даже совести происходит. Подмена во всем. В этом и есть трудность борьбы с системой. Не борьбы, я борьбой никогда не занимался в каком-то плане. Я противостою. И смотрю, уже многие раскрученные блогеры просто не то, что там копируют, но поприсваивали себе то, что я когда-либо говорил, не делая отсылок. Это не какая-то недооцененность или обида. Это, ну, я говорю то, о чем я говорил, говорю простыми словами. Так что... Народовластие в действии – это когда каждый человек не будет пассивен. Это, естественно, это нужно будет только на первых порах при становлении нового государства, коль уж оно вам так необходимо. Невозможно изменить разово, там, за один год или за десятилетие, зависимость от экономики, политики, геополитики. То, что насаждалось тысячелетиями, вы не измените разово. Я об этом уже говорил. Резкий переход приведет только к большим жертвам. Выброс энергии приведет к выбросу сопутствующих энергий, к которым человечество просто не готово, не сможет с ними справиться.